Донечка, как ваше настроение прогулочное? Ой, ты вся в... Ой, господи, вы посмотрите это. Что ж такое, Доня, ты вся в колючках. Прямо, о, какой у нас хвост-то колючий, плохой, нехороший. Обалдеть, Доня. Это смерть какая-то. Пока я тебе хвост не вычешу, я тебя домой не пущу. Ты всех щеночков переколешь. Вот такие вот штуки. Высохшие, очень-очень колючие. Донечка, это где ты их нашла? Где нашла? О, вот так вот. Сейчас придется почесать ее немножко. Вычесать эти колючки. А то, не дай бог, глазик в носик малышам куда-нибудь попадет. Для них-то это прям совсем будет сильно-сильно. Да, бусенок? Для малышей-то. Ай! Мелания, а ты что там нашла такая деловая? Лопаешь какую-то фигню? Милочка, мило, брось. Фу, каку какую-то. Ну вот точно кака, а. Прямо какую-то каку находят. И довольные такие. Мать, ты их не кормит совсем. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Лялькина. А, Лялькина. Тоже какую-то ерунду нашла. Ну все, пошли довольные они. Ляля. Носятся. Фионок, ты вместе со всеми? Фионок, микроребенок. Вигуся и Буся. Вы самые порядочные у меня сегодня, да? А Донечка, все, сейчас пойдем чесать тебе, миленькая. Да, Бусик? Доньку сейчас расчешем, чтобы она стала безопасной. Вон, у тебя-то все чистенько, а Доня где-то наползалась. Непонятно. Что, домой пойдем, миленький? Донечку чесать пойдем? Пойдем Донечку чесать? Ну, ты мой золотой. Мы вам желаем хорошего настроения, замечательного дня и погоды хорошей-хорошей, да? Лялькина, пожелай хорошей погоды и хорошего настроения. А, что-то нашла она там, клад какой-то у нее.